Привет. Здрасте. Да, я еще с выключенным микрофоном говорил. Ну ладно, повторюсь тогда. Иеремия, Enable и Забулдыга. У меня народ жаждет услышать победителей. Поэтому давайте. Во-первых, я под конец игры вообще запутался по счету. Какой окончательный счет там был? Вы, наверное, все-таки Ну, считали. там что говорили 6-7, ну то что такое, вроде 6-7, А че? они выиграли. Ну, это Не, вторая половина. Нет, да. 14-10, А, общий, по-моему, общий 14. счет. 13-10, 13-10. А, ну 13-10. Мы 7-3 и 6-7. Не, а чё такие спокойные, я не пойму. Ну, уже все оторали. Уже оторали? Ну, на последнем раунде оторали. Как так-то? Как так-то вообще? Что, вы первые после китайцев, кто взял у Virtus.pro, когда-то Рулигенс и Джетсет, хоть что-то, хоть карту? Как? Как? Или вы пока не понимаете? Ну, не, короче, мы пришли, да? То есть, как бы сказать, морально нормально. Только что, ну, как бы, нервы были, а так морально были готовы. Слушай, ну, по вашим действиям было вообще ни капельки нервов, допустим, когда смотришь там за игрой каких-нибудь, ну, не знаю, опять будут на меня рокскис обижаться, но опять я их упомяну, у них там видно, да, когда кто-то матом кого-то посылает по движениям там моделек, фигурок, у вас вообще такой... Столбняк стоял просто, каждый четко ходил. У нас насчет, есть секрет, у нас есть секрет. У нас есть секрет. Когда, у нас есть секрет. Когда мы начинаем нервничать, проигрываем раунд, мы поем песни. И у нас все просто идет дальше налегке. У нас хор такой. Нормально. Я на самом деле думал, что вы скажете, у нас есть секрет, мы сидим на успокоительных. До этого пока не дошло. Ну рады хоть. Да, конечно. Потому что сейчас... Сейчас взрыв будет по всем фронтам и на форуме. Я думаю, я уже в игре, вот просто в любой канал сейчас заходи, в общий чат смотри, там везде Иеремия, Иеремия, Virtus.pro плохими словами называют вас, хорошими. Ну, вы просто сейчас кумирами миллионов станете. И просто, да, многие... Просто, как бы, вот, сейчас скажу, как бы, мы готовились к этой игре, да. Мы, ну, как бы, ничего еще не разбирали, просто так мораль такая была у нас. Вот, ну, как бы, стрельба у всех была нормальная. Были, были нервы, конечно. Ну, как бы так, у меня лично были нервы, как бы так я первый раз вообще играю с такими соперниками, как бы обычно от балды играешь. Как... Просто было желание победить. А тут, просто а тут было Virtus.pro победить. Получается, да. Вот у нас там сколько? Человека три, которые первый раз вообще играют с Virtus.ами. Как бы, ну, они все смертные, все могут проигрывать, как бы. Блин, ну я до сих пор в шоке, честно говоря. Но вам удавалось все. Я так смотрю. Да, я об этом как бы говорил даже в стриме, что там сейчас, наверное, стоит рукотряс в ТС-ке, ноготряс, там все трясется, и голос дрожит. Просто, ну вот я по игре заметил, даже выходит человек, я уже не помню по никам, все так сумбурно было на длину, а и на минус злая бабуля в хэт наверху. Причем несколько раз. Но это как бы залог успеха. Вы сейчас такие, знаете, китайцы некие. Ладно, давай. Идите, отдыхайте, догоняйте своих тиммейтов, чего там будете заниматься, мы прекрасно знаем, чем вы будете заниматься. Только недолго, завтра вам опять играть. Поздравляю. Спасибо. Давайте, отдыхайте. До свидания. Ну, вот так вот, собственно, ребята пришли, мы с ними пообщались, все, свои эмоции они выплеснули, к сожалению, до разговора со мной, ну, как есть. Ладно, у нас уже запаздываем мы на вторую игру, будем к ней перемещаться.